Твери в рамках новой модели пассажирских перевозок запустили 20-й маршрут. На линию вышли 12 автобусов большого класса вместимостью до 100 пассажиров. Маршрут «Энергоремонт Мигалова». Сейчас автобусы новой модели пассажирских перевозок работают по 45 маршрутам. Всего на линии по 85 маршрутам выйдут более 470 автобусов. Там, где пока не запущены новые автобусы, действует старая модель пассажирских перевозок общественным транспортом. Весь коммерческий электротранспорт будет работать в привычном режиме до запуска следующих маршрутов.